Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 40 Neo, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого открываем Chrome и нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Открываем историю. Далее нажимаем «Очистить историю», выбираем временной диапазон и выбираем, что именно мы хотим очистить, и нажимаем «Удалить данные», нажимаем «Удалить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.